Девчонки, всем привет, с вами Катя. И сегодня я буду делать такой очень быстрый экспресс-макияж на каждый день. Начнем с тона. Использовать я буду, как всегда, свою пудру от Givenchy. И наносить ее буду кисточкой Kabuki. Сегодня вот такие вот румяна от L'Oréal, и буду наносить их вот такой пушистой кисточкой. Итак, переходим к макияжу глаз. Сегодня основной цвет у меня будет вот такой вот от L'Oréal, тени для век Infallible номер 01 Млечный путь. И наносить их буду на все веко, и подвижное, и неподвижное, вот такой вот пушистой кистью большой. Таким образом и на второй глаз. Очень красивые тени, наносятся очень хорошо. И очень приятно лежат на глазах. Дальше я беру вот такую кисть-карандаш. И буду наносить в уголок глаза вот такой вот фиолетовый цвет. И уводим его на нижнее веко. И то же самое делаем на втором глазу. Дальше я беру вот такую вот кисть и вот такой вот телесного цвета оттеночек. И буду растушевывать мой фиолетовый цвет в складку глаза с помощью вот этого цвета. Беру вот такую опять самую первую мою кисть и начинаю растушевывать все цвета, чтобы у нас не было четких границ. Теперь я снова беру вот такой вот кисть-карандаш и буду ей оформлять внутренний уголок глаза опять с вот этими вот светлыми тенями. Теперь красим реснички. Сначала немножко их подовьем с помощью вот таких щипчиков.
И тушь у меня будет вот такая, гурмандис. Тушь это очень классно, я просто с каждым разом ее люблю все больше и больше. Даже не ожидала от нее. Но это и вдвойне приятно. Итак, с глазами мы закончили, теперь переходим к губам. Я буду использовать карандаш для губ от Mary Kay, цвет нейтральный. И помада у меня будет нюдовая. Вот такая вот от Maybelline, номер 715, моя любимая. И немножко буду ей закрашивать границы моего, чтобы карандаш было не слишком сильно видно. Итак, все, на этом мой макияж готов. Надеюсь, вам понравилось. До скорых встреч. Пока-пока.